Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футбол Сан. Представляю впечатление про товарищеский матч США-Бразилия, который активнее начали хозяева. Муса потряс перекладину мощнейшим ударом, Пулешич опасно пробивал, но очень быстро бразильцы усилиями своих европейских звезд прибрали себе инициативу, пошли опасные моменты у игроков Мадридского Реала, Венисиуса, Джунера и Родрига. Последний и открыл счет на 17-й минуте. Пас от Рафини из Барселоны в американскую штрафную был безупречен. Впрочем, как и удар самого Родрига, мимо кинувшегося навстречу вратаря 0-1. Только вот футболисты сборной США, которые так же, как и бразильцы, усиленно готовятся к скоро стартующему Копа Америка 2024 и не думали сдаваться. При поддержке родных трибун звездно-полосатая команда пошла вперед, Кристиан Пулишич сам заработал штрафной на самой линии бразильской штрафной. Он же и пронзил все преграды и пространства, когда вонзил мяч в сетку ворот Алисона. 1-1, 26 минута. Пошел такой себе веселый футбол, а после перерыва веселить начал еще и гватемальский судья, который сначала поставил опасный штрафной за фул Ричардса против Родрига что потянуло еще и на предупреждение нарушителю. Но потом, после долгой установки стенки, арбитра позвали посмотреть ВАР, и в итоге был отменен как штрафной, так и желтая карточка, спорное решение, будто бы Ричардс сыграл в мяч, а потом за его ногу зацепился Родрига. Как по мне, американский защитник изначально цеплял лидера атак Мадридского реала, но судье через ВАР виднее. Похоже, что отмененный штрафной настолько вдохновил американцев, что они минут через 10 на 68-й едва не повели, и только мастерство Алисона спасло ворота сборной Бразилии от гола Пулишича, который имел прекрасную возможность оформить дубль, если бы пробил голкипера команды грозных именитых соперников, но не вышло. И что интересно, атаковали больше и владели инициативой бразильцы, они часто брали в осаду штрафную площадь сборной США, но американцы самоотверженно отбивались, часто мастерски выходили из-под высокого прессинга и опять едва не забили. На сей раз Алисон справился с ударом Эронсона в упор, а потом еще и удар Пулишича немного разминулся с дальней штангой. Такая вот петрушка была на кемпинг-уорлд-стадиуме в Орландо, что во Флориде. Бразильцы сделали все для победы, но их финальный штурм опять и снова разбивался об стену уверенной игры голкипера английского Ноти Фореста и сборной США Мэтта Тернера или Тернера, которого смело можно назвать героем матча. Впрочем, как и Пулишича, который мог бы стать супергероем, если бы оформил дубль и принес победу своей команды. А так первая ничья между США и Бразилией в их девятнадцатом матче. Болеем за наши команды. С вами был Саныч. До новых встреч.